Стража здесь? Сейчас я фонарик включу и пойдем дальше. Всего лишь вентиляционная решетка. Фух, как же я испугался от этого шума. Что за... Блин, опять один из монстров. Что он тут вообще делает? Им что, разрешено лазить по этому кораблю? Капец, он такой стрёмный, вы видели его вообще? Это какой-то свин очень накачанный. Но чтобы это не было, нужно отсюда уходить и поскорее. Опа, ребята, смотрите, что это там? Не знаю, давайте подойдем. Они превратили операционный блок в камеру хранилища монстров. Здесь они, наверное, заодно и производят этих монстров. О, здесь есть две кнопки. Одна для того, чтобы выпустить их, а другая для того, чтобы усыпить. Думаю, правильным выбором будет усыпление. Потому что если мы сейчас их усыпим, то их станет намного меньше. Так что это лучший вариант. Отлично, мы усыпили этих монстров, но что-то их подозрительно маловато, и здесь по-любому есть побольше монстров. Давайте проверим соседнюю палату. Я так и знал. Здесь их уже побольше, их мы тоже усыпим, чтобы они нас потом не убили. Отлично, мы усыпили всех монстров, теперь уходим отсюда.